Так, я хочу вам просвидетельствовать о том, как мы с мужем решили жертвовать радио. И не ради того, чтобы нам Бог что-то дал там или что-то иметь. Просто я хочу, чтобы люди услышали про Бога побольше и уверовали. И стали мы с мужем жертвовать. И, вы знаете, удивительно, когда я на кассу иду, девушки неверующие удивляются. Говорит, как в такое время вы деньги жертвуете? Ведь так сейчас тяжело. И вы знаете, это просто невероятно, что случилось. Дело в том, что вдруг мне стали неожиданно повышать зарплату. Там, где никому не дали премию, мне дали премию. Как это Господь так благословляет? Вот иду покупать, где очень дорого, происходит такое, что мне дешевле, и то, что надо. Такое благословение идет, ну просто необъяснимо. Даже вот дочки думали, что не хватит на свадьбу, играть свадьбу сейчас очень дорого. У нас было всего $400. Мы сыграли свадьбу, и люди все оценили, что это где-то $2000. И все удивляются, что как вы могли за такую малую сумму сыграть такую свадьбу. Это Бог благословил.